Знакомое место. Этим путем я пришел сюда. Но куда же я попал? И кто ты такая? Что ты знаешь об армии царя Соломона? Мы Иразия, царица Маридов, страж-вод и друг самого царя Соломона. Мы помогли заточить эту армию в тюрьму. Но с тех пор прошло больше тысячи лет. Неужели ты... Я из рода Джин. Наш век дольше человеческого, как и наша память, ибо мы не забываем о главном. Ведомо ли тебе, что выпустил на волю твой брат? Эта армия не Соломонова. Ее послали против него. Она создана из песков пустыни, и она подобна чуме. Чем больше она видит песка, тем больше солдат создают. Если не остановить ее, она захватит мир. Как ее остановить? Половина той печати все еще у тебя? Конечно. Хорошо. Это сильная магия. Половина печати даст тебе силы биться с армией песка. Две половины вместе вновь заточат ее. Ты должен найти вторую половину печати, чтобы сложить их вместе. Она у Малика? Тогда найди его и не мешкай. Мы дадим тебе в помощь силу джинов. Что ты сделала? Чтобы остановить армию, нужно время. Я дала его тебе. Время? И последнее. Армию возглавляет ифрит по имени Раташ. Он будет искать медальон. Если встретишь его, не вступай с ним в бой. Тебе его не одолеть. Буду иметь в виду. Ступай. Если не сложить печать, это царство обречено. Почему мне кажется, что прогулка не будет легкой? Значит, вот как она дала мне время. Это и есть сила джинов. Это конюшни. Через них я смогу пробраться в крепость. Почему так тихо? Я даже не слышу звуков боя.
хоть бы раз увидеть оборону, отличающую своих от чужих. Неужели нужно всего лишь сложить медальон? Это слишком легко. Интересно, стал ли Малик ждать меня? Наверняка у него есть план. Защитные сооружения и впрямь полезны.